Очередной груз гуманитарной помощи отправили из Ангарска в зону специальной военной операции. Сбор необходимых вещей для мобилизованных был организован пожарными частями округа при поддержке местных властей и общественников. К ним подключились и неравнодушные ангарчане. Общими усилиями удалось собрать около 20 тонн груза, в том числе специализированный автомобиль от пожарной охраны. Данная акция, она у нас не последняя, то есть на сегодняшний день в стране не остается никто, то есть мы, я думаю, в дальнейшем будем продолжать данную работу, будем всегда помогать, надеемся все-таки на то, что победа будет за нами, да, ну и, конечно, хотим, чтобы и мобилизованный состав, который был призван, да, и те, кто на сегодня проходит службу по контракту, чтобы все-таки все вернулись живыми, здоровыми, мы всех ждем. Еще одна машина с гуманитарной помощью отправилась накануне от администрации округа. В сборе посылок приняли участие представители местного бизнес-сообщества. Они закупили для мобилизованных ангарчан необходимое им оборудование. В ближайшие дни его доставят в центр боевой подготовки.